Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению, и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наш сегодняшний гость, знаменитый диктор телевидения Хакасии Владимир Александрович Шушиначев. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Александрович, узнаете? Сколько лет давности этой фотографии? Вот этой фотографии? Я что-то даже подняюсь сказать, но это какой-то 84-й, 5-й, вот не помню, где-то приблизительно вот так вот. Вы здесь уже мэтр, да? Нет. Опытный, по крайней мере, диктор. Ну, еще молодой, он прическа какая молодая. Владимир Александрович, из вашей биографии мы знаем, что вам удалось просто какая-то уникальная вещь, дважды войти в одну и ту же воду. Вы пришли на телевидение в 69-м году, в 66-м, да, и вернулись в 79-м. Что случилось, и расскажите вообще, как это произошло? Ну, вкратце, вот как произошло все. В 66-й год это я пришел из армии, пограничник молодой такой, весь из себя, еще в форме был. У меня тут работал просто приятель знакомый на студии. И он как бы, пойдем, говорит, посмотришь, как я работаю. Я говорю, да без проблем, заходим с ним. Он, ну, я посмотрел, а он работал осветителем. Я посмотрел, все это так интересно было для меня. Просто я был ошарашен вот этим. Даже позавидовал, честно говоря, ему. А потом и забылось как-то 2-3 дня. А потом через день, ну, не помню, короче говоря, он меня затащил опять сюда на студию. Я захожу вот в этот главный ход, который у нас есть, а по лесенке спускается девушка такая красивая, прямо платье такое у нее пышное, ну, знаете, как модно было тогда такое. И спускается, а что это за мальчик? Я что-то застеснялся так. И я посмотрел, и я говорю, да не мальчик вообще-то, меня, говорю, Владимир зовут. Она, ну-ка, пойдем со мной. Заводит меня в студию. Стихотворение знаешь какое-то? Ну, я знаю вообще. Ну, садись, говорит, вот сюда. Посадила меня. А там у нас стоял тогда этот, как назвать, стол такой, пульт там назывался, да? Вот посадила меня за этот пульт. И я сижу, ну, просто так. И слышу голос. Вот у нас же на втором этаже находилась аппаратная. И голос такой, понимаешь, он такой сочный голос, звучный такой голос. Ну, расскажи стихотворение какое-нибудь. Я не опьянту. Да я говорю, знаю, ну что, да, Есенина что-нибудь, знаешь, да, без проблем. И я им вкратце немножко рассказал. Потом вышел, она спустилась, и мы познакомились. Меня зовут Тамара. И я это говорю, была легендарная. Да, и нет, я-то не знал тогда еще вообще. Ну, видел в эфире я ее. Написано было, раньше черно-белый эфир же был. Я видел ее в эфире, еще телевизоры такие или были старенькие. И я вот видел, и я даже не предполагал, что я окажусь вот здесь вот работать буду. Ну, а вторично, допустим, как я пришел, это был 79-й год, август месяц я приехал, начал здесь работать, и на этом моя трудовая книжка закончилась. То есть, в смысле, больше у меня больше, дальше записи продолжения не было, да. Записей других, да. Хотя перед этим у меня была часть жизни посвящена, я занимался музыкой, вообще закончил музыкальное училище, и работало у меня три оркестра было, я вообще музыкант, по сути. Творческая личность. Да, занимался вот этим. И поэтому это до телевидения то еще. Есть сцена как таковая вам знакома? Да, мне было знакомо. Но тем не массово. Менее, я очень близко воспринимал это к сердцу. Камера вот. Это нечто другое. И да, ее не обманешь. Владимир Александрович, ну вот это была судьба, случай. Что вот, на ваш взгляд? Как так получилось, что вы пришли вот в профессию, которая, казалось бы, была далека? Да, наверное, случай, скорее всего. Ну, скорее всего, случай, потому что я даже для себя потом отмечал, что это... Вот не зашел бы я, и наверняка этого не состоялось. А потом что я узнал, что я хочу докончить нашу мысль о том, что впоследствии-то она вообще была прима эфира. И она и осталась, и будет. Это был эталон дикторского мастерства. Именно здесь вот у нас в республике. Подскажите, ну вот профессия диктора ныне уже не существующая как таковая. Вот ей тогда обучали? Как вы познавали? Мало того, что ты должен хорошо выглядеть в кадре. Мало того, что у тебя должен быть язык грамотный, подвешенный, чтобы ты должен и ударение соображать, и все. Во-первых, это, а во-вторых, если ты, допустим, читаешь, тексты мы читали вообще не свои.
Вот берешь ты текст и с листа сразу читаешь. Не было телесуфлеров, ничего не было. Вот режиссер дает команду, все, поехали, читаем новости. Ты не можешь ошибиться, ты не можешь сказать плохо там что-то выразиться, ударение неправильно поставить. Вот в эфир выходить, это было самое сложнейшее. А потом без проблем. Потом вещание было черно-белое у нас. В 6 вечера начинали вещать, так, а заканчивали где-то ближе к 12 ночи. И поэтому практически сутки находились здесь. Ну, вообще, тогда действительно заботились о грамотности, об авторитете, уровне, да, дикторского мастерства. И мы знаем, что вы также проходили обучение в Москве, и там состоялась та знаковая встреча. Расскажите, конечно. С кем? Ну, там, во-первых, было очень много известных людей. Мы обучались специально в институт по повышению квалификации. Там и дикторов, и режиссеров. Там обучались практически все в Москве. Там был другой мир совсем. Там было цветное телевидение. Я когда приехал, у меня вот глаза, говорю, вот такие были от того, что как мы здесь у Бога живем. Я говорю, ладно, нам было проще, мужчинам-то как, рубашка, костюмы, и все, без проблем. А девушкам как? Дикторам? Им же надо было как-то перевоплощаться один день, второй день, да. Или платье, или кофточку, или что-то. Как-то одеваться надо было, разнообразить. Да, это было сложно. На них равнялись. Конечно, им сложнее было. Тем не менее, это удавалось. И вот в Москве, опять же, вы были очень близко к легендам и Юрий Левитан. Ну, я не могу. Ну, незабываемая встреча. Но она кратковременная была такая. И вот мы были вчетвером там. С Молдавии, там еще, там с Кирова, потом вот мы с ребятами пришли на обед. И случайно совершенно встаем так, мы опешили. Ну, он уже был такой старенький. Мы постеснялись просто, нет, рядышком сели, он обедал, сидел. А потом он спрашивает, ну что, ученички приехали? Мы как-то неудобно. Он в жизни разговаривал таким же голосом. Конечно. Вот я не применяю сейчас этот голос, я разговариваю с тобой житейским голосом. А он конкретно сказал. Понимаешь? Мы подсели, так было. И вот это ощущение, вы помните, что ты понимаешь, это эпоха. Да. Это было настолько вот, нас захватило просто. Мы сели, мы 15 минут посидели за столом с ним, разговаривали. А ты знаешь, вот здесь вот все прониклось. Вот. Ну, это просто люди, сейчас вот я не могу передать вот это то ощущение, которое было у нас тогда. И мы немножко поговорили, он пожелал нам успешной учебы, и работы потом, и все, и все, все. А потом еще, интересно еще было, у нас же он обучал нас, еще встреча вот, была с Дитмаром Ильяшевичем Розенталем, это отец словаря. Я не захватил с собой, ну, думаю, ни к чему. Там мне даже на память он нам подарил с дарственной надписью словарь, вот по которому мы все работали потом. Открываешь словарь ударений, Розенталь. И вот это все настолько было запоминающееся. Но ведь вы по возвращению сюда, в республику, сами были знаменитостями. Ведь вы были народными любимцами. Вот эта слава, ощущение, вас узнавали на улицах? А ты знаешь, мне с одной стороны было и приятно, с другой стороны как-то потом тяготело это. А так, в принципе, раньше, вот по первым годам, ну, иногда было даже приятно, что тебя не узнают. Вот честно тебе говорю, было настолько интересно. А я не считаю, это никакой не звездной болезнью, ничего. Просто-напросто, ну, узнают человек, ну, поздороваешься. Да, конечно. Вот. И все, в принципе. У меня вот такого не было. Ну, внимание в любом случае, наверное, приятно вам со стороны женщины. И мы знаем, что ваши коллеги, Галине Викторовне Фертих, доставалось просто всеобъемлющее восхищение мужское. Ваша коллега Галина Викторовна Фертих. Ну, с Галей, в принципе, мы в основном почти и долгое время очень. Мы читали и выпуски новостей, и вот какие-то передачи вели, с концертной даже площадки вели. И сейчас вот нас приглашают, мы ведем передачи с ней. Ну, это вот кто-кто, а мы друг друга очень... Ну, знаешь, это чувство локтя. Вот. Ну, наверное, колоссальная ответственность. Конечно. Это относительно ко всему. Потом мы, там же у нас вещание шло двуязычное. И на русском языке, и на хакасском. Кстати, вот хочу сказать про хакасский язык. У нас это, так его и называли, хакасский левитан. Толя Коков. Анатолий Георгиевич. Его отец, кстати, читал.
У них почти одинаковые голоса, но тембры только немножко разные. У Анатолия какой-то был такой чуть-чуть немножко рисковатый. А вот у Георгия, у отца у него, он такой был тембр такой мягкий, обволакивающий такой. Вот с ним даже разговариваешь, сидишь. Знаешь, как-то приятно было говорить. Особенно, когда он на русском языке начинает говорить. Вообще, я вот обожал, я даже разговаривать с ним обожал. Вы знаете, в нашем архиве сохранилось уникальное видео. Вот Анатолий Георгиевич Коков, о котором вы только что сказали, он был востребованным не только диктором, но и ведущим. Да. Его приглашали даже в союзные республики вести концерты. Да, да. Давайте посмотрим, это Киргизия. Добрый вечер, уважаемые зрители. Встреча друзей. Встреча друзей – это всегда большой и радостный праздник. Ну а какой же праздник без песни, без музыки? Замечательные кадры, а голос, голос. Да. Он, кстати, тоже на телевидении он читал и на русском языке, и новостные выпуски, и на хакасском языке. Он работал в эфире. А судя по тому, потом, впоследствии он четко перешел на радио работать. Вот уже... Так на радио там это две звезды в основном, я считаю, у нас были. Это вот Клара Демьяновна Иванова и Коков Толя. Потому что, ну, там не с кем потом было сравнивать. И, а учились мы, кстати, ездили вместе с ним в Красноярск. В Красноярске мы учились у известного тогда диктора, такое известное имя было, Колесников Леонид Степанович был такой. Вот там был металлический голос у Колесникова. Его даже все уже узнавали, сам конкретно. Но мы первоначально вот ездили там, с Толей учились. Ну, что у него мы поучили? Где-то буквально неделю. А потом-то конкретно уже была Москва по обучению этой профессии. Вот вы затронули еще одно имя, Клара Демьяновна Иванова. Угу. Тоже, безусловно, легенда. Мы знаем, что она просто непререкаемым авторитетом обладала. И даже помогала, наверное, учила вас, можно так сказать? Она помогала. Ну, для меня лично это вообще была звезда. На радио, когда вот начинался эфир, ну, сразу все узнавали, что это в эфире Клара. У нее просто узнаваемый тем голоса был. У нее было вот все эти такие обертоны, все вот, вот это было настолько вот уже понятно и узнаваемо на радио, понимаете, это не телевидение, что ты посмотрел, узнал человека, да? А на радио ты вот уже представляешь, что это за человек и что он из себя представляет. И она была, во-первых, очень грамотный человек. В этом плане, ну, я вот, насколько помню, за сколько лет, у нее никогда в эфире ошибок не было. Ну, честное слово, я говорю, специально наблюдал, и в эфире все, я не замечал никогда, чтобы она ошиблась, или неправильно что-то сказала, или у нее было... логически выстроен ход, допустим, какого-то текста, она выдавала на раз все. Ну вот вы уже говорили об узнаваемости ее голоса. У нас сегодня есть возможность услышать его и увидеть саму Клару Демьяновну. В нашем архиве сохранилось видео. Давайте она посмотрим. Рассказывает о своей работе. Я очень любила свою работу, ценила работу, потому что не знаю, как у меня получалось, а любить я очень любила работу. И сейчас все время ностальгирую, вспоминаю. И когда меня пригласили в этом году поработать, когда вот трудный момент был, наши все болели, то вот что я с таким аппетитом поработала, переживала, страшно, волновалась. Мы эмоциональные, мы повернутые, нам везде надо засунуть нос. Мне сын до сих пор говорит, мама, ты не на радио. Если где-то кому-то хочется помочь, что-то сделать, где-то есть. Мы все повернутые. Мы очень эмоциональные. Они эмоциональные люди здесь не работают, они уходят, им тяжело. Вы согласны с ее словами? Не зря, я же не зря сказал. И вот по поводу... А на радио... Кстати, я на радио тоже ходил, читал. Потому что там, ну, иногда вот она же правильно говорит, кого-то нет, кто-то там заболел или чего-то. Нам без разницы было, руководство тем более. В 6 часов утра мне звонит Анатолий Степанович Солоненко. Он не в 6, в 6 выход в эфир. В 5.30, в половине 6-го. Мне надо было быстро собраться и прибежать сюда на радиоэфир. Открывать надо было станцию и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Ну, то есть пойти на такие жертвы в личной жизни, вообще именно вот столько времени здесь проводить, может только человек настолько увлеченный и любящий свою работу. Вот вы согласны, что это особая когорта людей? У нас работала, Царствие Небесное, конечно, Таня Баулина, редактором.
И она в одно вот время как-то... У нее такая прошла фраза: телевидение – это зараза. И вот если кто это заболел заразой, так на всю жизнь останется. Почему я второй раз пришел сюда? Ты понимаешь, не из-за того, что там получилось так, что вот как-то вот мне это, ну что ли, вот это вот видение, что вот это вот меня кто-то увидит, там какая-то слава и чего-то. Нет, меня вот это само обаяние вот этой профессии настолько захватило, а все тронутые оказались тут такие. Владимир Александрович, ну в вашей профессиональной жизни был еще один этап, когда закончилось дикторство с развалом Советского Союза, перешли на рыночную экономику, и вы также успешно поменяли формат, вы стали рекламным агентом. Нет, Ань, неуспешно, это было болезненно, я тебе скажу. Болезненно? А как же? Ну вот представь себе, человек, ну сколько у меня получилось там лет? Немало. Работать в эфире, все было не то, что однообразие, потом уже интересно было. Потом я обращался к советам, допустим, вот к таким корифеям у нас телевидения, как Юра Пустовой. Юрий Мефодьевич вообще мне помог многое для вот, познания вот этих редакторских вот, соображений, как разговаривать вообще, как интервью брать. Вот это надо уметь соображать, а он был ас в этом деле. И вот он мне очень помог в этом плане. Когда вы переходили, да, вот, да, и вот на новый, да, формат? И у нас, когда, короче говоря, профессия эта закрылась, то есть дикторов практически... Ну, не то, что они не нужны были, а то есть, ну, веяние времени заставило вот это все. Стали свободно, я же говорю, вот как предварительно сказал, что стали выходить в эфир, ну, кто не хочу. Честное слово, ну, я понимаю, конечно, было интересно, и там вот что тебя увидят, но когда ты безграмотно говоришь, инспектора... Я понимаю, что вам наверняка это очень болезненно. То это режет ухо, и да, для нас-то это резало ухо. Ну, мы потом, конечно, перешли, стали работать в рекламном отделе. 15 лет вы посвятили именно вот работе в рекламе. А почему? Потому что, во-первых, сама тема, там было интересно все. Кстати, с Тамарой Исаевной мы первые делали рекламные ролики. Очень интересно было, кстати. Ну, вот это самое интересное у нас была работа. Это мы работали... Вот здесь вот я даже зачитаю: режиссер Швецова Людмила Владимировна, операторы Пустовой Владислав Александрович и Новожилов Антон Михайлович. Вот ребята, мы делали вместе с ними передачу «Саяно-Шушенская ГЭС». Владимир Александрович, вот подводя итог нашей беседы сегодня, интересно ваше мнение о сегодняшних ведущих, вы уже его высказали. Да нет. Оглядываясь назад, прошедшие годы, вы считаете счастливыми? Это было счастье? Вот для меня, знаешь, словом счастья не скажешь. А что мне это кажется, когда? Мне кажется, знаешь, мне... Скажу тебе, что вот этот отрезок времени, а я его отсчитываю где-то более 26 лет, отданных телевидению, мне просто повезло с теми людьми, с которыми я здесь работал. Я не знаю, кем бы я мог работать вот долгое такое время, где-то работать, заниматься. Но вот эта профессия, мне повезло в каком плане? Я и много видел, и со многими встречался. Не, я считаю, что мне повезло. Замечательно. Еще раз спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию и поделиться своими воспоминаниями. Сегодня, когда многих из тех, о ком вы рассказали, к сожалению, нет среди нас, вот именно эти воспоминания особенно ценны. Спасибо. Сегодня с Владимиром Александровичем Шушеначевым мы вспомнили годы творческого роста и общения. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся.